У Совета муниципальных образований области новый глава, им стал руководитель администрации Амутинского района Виктор Воллерт. А Виктор Рейн, который занимал эту должность 10 лет, сложил полномочия в связи с большим объемом работы в областной думе. Однако он остается в составе президиума Совета. Направление деятельности менять, по всей видимости, не собираются. Губернатор понятно объяснил, какова роль этого органа в принятии решений. В кабинетах много можно чего нарешать, но нужно, чтобы информация с мест доходила. И как раз вот здесь Президиум Совета муниципальных образований играл очень важную роль некого такого коммуникатора. Особо выделили два направления работы, на которых сейчас нужно сосредоточиться городским и районным властям. Это привлечение некоммерческих организаций к исполнению социальных услуг и общественников к местному самоуправлению.